Всем привет, меня зовут Виктор, и да, мы снова выживаем в Харане, чудесной просто потрясающей игрушки Dying Light, мочим зомби и пытаемся найти 5 наборов каких-то там реинкарнаций, что ли, сука, как они там называются, эти наборы-то, блин, забыл. Наборы. Ох, наборы. Оружие. Вот, чтобы сделать эту бесшумную херню. 5 наборов реквизиций. Да, ты замутил. Реинкарнации, да, ты сказал. Ну, красавчик, что не скажешь. Так, я, по-моему, в прошлой серии хотел вернуться сюда, да? Только зачем я сюда хотел вернуться? Ах, походу, надо это... пересматривать предыдущие видосы перед тем, как начинать записывать следующую серию, что я забываю, что я хочу сделать. Ох. Так, птички. Что вам надо? Ну-ка. Оп. Чё ты ходишь? Оп. Так, ну, конечно же, так же в целях. Апнуть 25 уровень ловкости, 25 уровень силы. Конечно, можно это все апнуть за кадром, убивая тут просто сотню зомбаков. В принципе. Так, где-то слышу. Я слышу тебя, подруга. Слышу. Только ты где? Не вижу. Так, наборы реквизиций. Сука, я опять забыл, короче, погуглить, узнать, с кого их выбивать оптимальней. Ну что ж ты делаешь-то? Ну, не подготовился я, короче, к прохождению. Не подготовился. Ребят, всем, кто меня смотрит, кому интересно прохождение игрушки в моем исполнении, ну, вы можете подписаться на канал, можете поставить лайк этому видео, любому понравившемуся видео, и, конечно же, в комментариях можете написать, какую бы хотели, чтобы я игру еще прошел. Потому что я, как бы, в плане игр, я избирателен, поэтому для меня очень мало игр каких-то там, ну, действительно, таких стоящих. Если вы знаете какую-то годную игрушку, в которую можно поиграть, то, пожалуйста, напишите. Я с удовольствием ее пройду. Тем более, если эта игрушка я буду проходить в первый раз. То есть проходить в первый раз всегда интересней. Потому что ты не знаешь, что там, как там. Тупишь, ошибаешься там, бомбишь. Чё тебе надо-то, ёп... Слушай, ты вообще в адеквате? Нет, мадам. Ты залезла на машину. Ты чё хотела там? Стриптиз мне на машине исполнить, что ли? Ёб твою мать. Вот ты туда? Ах ты гад. Ты куда? В люк? Ну вот, на тебе. И ты вали нахер. Чё, и... Эй, я тебя просто там слегка пнул, ты сдох. Слабак. Слабачок. Ах, наборы. Так, все, давай. Наборы реквизиций. Где нам найти наборы реквизиций? Кого нам убить? Кому втащить? А, собственно говоря, где мне найти еще там порядка 80 статуэток, чтобы фул коллекцию собрать? О! Давай посмотрим на фит. Ну, херово как-то получилось все. Не очень. Не очень, вообще не очень. Так, вон.
Наборы реквизиции не видать. Так, стоп, подожди, здесь полицейская тачка. Ты здесь один, да? Ой, ой, сколько там? Ну-ка, удастся? Нет, успею, не успею. Чё, давай. Не, не успею, быстро бежит. Быстро бегут, не успею. Ох, ваш сколько... А как ты на фонарь-то переключился? Как ты переключился на фонарик-то, блин? Так, и уже темнеет, да? Уже темнеет. А там живые. Наборы. Блин, я вот просто не помню, он в этом. Может, только можно их в этом, в старом городе, и реквизиции эти собирать. Так, что у нас тут есть? И что я могу оставить? Немецкий пистолет. Ну, немецкий пистолет, да, можно оставить, потому что порыв ветра можно оставить. Это мне не нужно. Пистолет Райса. Да пусть будет по приколу, да? Мощная кирка. Это падла, это неповоротливая. Эх. Бабки я только зря за тебя отдал. Короче, я уже тебя оставлю. Может, потом, когда я захочу поиграть этим двуручным оружием, я тобой воспользуюсь по прямому твоему назначению. А сейчас я как бы пользоваться тобой не хочу. А значит, таскать с собой я тебя не буду. Тоннель Брайт Маунти. Так, а это вот тоннель Брайт Маунти. Так, защитить стуф. Столько всяких зон этих. А это что такое? Тайник ос... Слушай, тут еще тайники Османа у нас остались. А это что такое? Тоже тайник Османа? А, это тюрьма. Не, в тюрьму я не пойду там. Не дружу я с той тюрьмой, короче, получается. 20:37. То есть сейчас у нас будет вечер. Вечер, давай мы тогда... То есть у меня же не эти там, да? Они стальные яйца, чтобы тут ночью бегать. То есть я же как бы это, очкун, я это признаю. Поэтому мы поспим до утра. И пойдем в тайник Османа. То есть он же нам не зря ключи от него дал. Че это мы? Если мы не сходим в тайник Османа, что это будет за ерунда такая, да? Человек нам дал ключи. Говорит, сходи ко мне в тайник. Пошарься там. А я типа, оп, и забил, да? Типа, да. Пам-пам. Оп. Блять, я слышу, как ты бежишь. Ты типа такой, думаешь, бесшумный, что ли, там такой, да? Ну-ка, упыри. Вот так вот вам. Ну, давай. Сука, я из-за тебя фейерверк просмотрел, подлюка ты. Тварина, блин. Ангар. А сейчас же, по-моему, в этой, кстати, Dying Light, если она у тебя, ну, лицензионная там, в Стиме купленная, там же, по-моему, какой-то этот, на Хэллоуин там какой-то, акция же какая-то вроде, да? Так, поменяйтесь. Слава богу, никаких мне историй травить не собираешься. Так, зажигательная, силовой кабель, чертеж стрелы. Че, а у меня что, с чертежа стрелы, что ли, нету? Слушай, ты бы вот мне знаешь лучше б чё? Фиолетовое бы что-нибудь предложил. Че ты мне синьку одну подсовываешь? Синьки у меня и у самого, блин. Как у дурака махорки. Фиолка какая-нибудь. Или оранж в лучшем случае. Хер там, да, ты? Ну. А, я уже хотел это.
по привычке, как в Ведьмаке, нажать это сохранение там. F5, типа, сейчас думаю, нажму, а автосохранение сделаю. А хер-то там. О, подожди, тут тоже барыга есть. А тут же нету автосохранения. Слушайте, у вас что, у всех один набор, что ли, а? Че, камуфляжен? Че патрон? Ни патронов, ни хера. Вот. Лучше бы чертеж патронов какой-нибудь это продавали. Действительно, что-то такое, что. Чтобы прям. Ну, нужное. А не ваше там это. Херня всякая. Так, стой, подожди, я что-то под этого, подзатупил. С какой стороны бежать-то? Да, в принципе, наверное, что отсюда. Можно, да? О, слушай. Паркур в деле. Опачки. А это стройка, да? Это стройка. Так, стоп, если оттуда вот, то мы сможем на эту стройку пробраться. Ну, давай попробуем. Угу. Сможем. И потом еще раз сможем. Нет, не сможем, это просто наебка какая-то. А подожди, а если мы вот туда залезем? А, он не хочет, да, туда лезть? Ну, короче, ладно. Хер с этой стройкой. Как говорится, не больно-то и хотелось. Че я, блядь, по стройке в детстве не набегался, что ли, да? Ребенком, сука, лучшая развлекуха была, блин. Стройка до гаражи. О, где еще развлекаться-то было в детстве? Приставки позже появились, а. Да и то, блин, не у всех были. Да и то. Так, давай мы сперва сделаем, знаешь что? Мы вот так вот вас сюда полудурков сейчас поприманиваем. Типа там, да? Вот так. Поприманиваем. Вот, сейчас мы. Оп, сейчас мы сиганем сюда. Залезем. И поп. Ну, почти увидел. Почти увидел. Так, а вот тайник Османа где-то здесь, да? Дуримара этого. Я слышу, как ты крадешься. Не надо там сопеть мне в ухо. Я не глухой, понятно? Так, а что здесь? Какой? Что из них тайник Османа? Стопэ. Подожди, это что, вот это вот херня тайник Османа? Где же этот тайник Османа? А. У меня в носу свербит. Как будто чихнуть охота. А вот он, тайник Османа. Ну и чё? А, подожди, вот прикол-то. Слушай, сюда зашел, а закрыть-то я ее не могу. Охеренный ты мне подарок подсунул. Ёб твою мать. И у меня этот-то меч сломался. Мне теперь драться-то нечем. Охереть. Надо хоть какую-нибудь эту. И стрелять нельзя. Так, давай мы тогда по-быстрому хотя бы вот эту сюда возьмем. Сучара. Так, вроде вы успокоились. Вроде успокоились. Так, надо. Вы чё, паскуды? Да ёб твою мать, да сколько у вас тут мудаков-то, блядь? Вы чё, бессмертные, что ли, или чё? Чё за херня-то? А? Сука, вот тебе тайник называется, блядь, залез. Чуть не убили нахер. Да сколько вас тут, ёб твою мать. И что же там такого в этом тайнике? Ебать вас.
Ё-моё. Сколько вас тут? Так, подожди, а чё я, собственно говоря, балуюсь? На нахер. Нате. Хотели? Хотели со мной поиграть? Вот, играйте. Играйте. Жареный зомби называется блюдо. Блюдо жаркое из зомбача. Краткий рецепт. Чтобы приготовить жаркое из зомбача, вам нужен зомбач и коктейль Молотова. Все, жаркое готово. Другой вопрос, будете ли вы его потом есть? Ну, про это никто и не говорил. Но вот зывучие-то какие гады. Так, ты сюда. Ёпта мать, сколько вас там? Ты сюда. Зачем падать? Ты что, сдохла? Нет, не сдохла. Ну сейчас-то ты хоть сдохла. Подожди, вы еще живые? Ё-моё. Слушай, ну те вообще вон живучие, смотри. Живучие как эти. Охренеть прям. Так, подруг не слышно? Не слышно. Давай тогда мы еще коктейль Молотова сделаем. Па-па-па-па-па. А, во, есть еще, да. Сука, маловато осталось. Надо припасов для коктейлей. Ну, давай по фулу сделаем коктейльчики все. А у меня бечевки нету, да? То есть мне бечевку надо нарыть. А бечевку надо по помойкам шариться, а что? Ну а что нет? Собственно говоря, что бы и не пошариться там. А нахер ты ракету сделал? Объясни, дурачок. Зачем ты сделал ракету, скажи? Не, ну вы сдохнете, нет? Вон там еще это ползут. Так, ну вот так, давай поступим. Так, трудно. Нормально. Трудно. А, подожди, у него... Вали нахер. Ты что ты? Все, сдохло. Вот осман, ты, конечно, меня... Ты меня, конечно, осман подъебал со своим этим... Со своей заначкой. Дверь-то что, блядь, закрыть нельзя, что ли? Вот что за тупость-то, да? Вот, вот так это какая-то херня, не... Че к чему дверь-то закрыть нельзя? Непонятно. Ё-моё, у меня уже это синяя крюка. О, давай возьмем. Хули делать у меня. На безрыбье рак рыба. Крикетную биту возьмем. Чем-то же надо мне от этих упырей отмахиваться. Ну, о, кукри, да? Мощный нож кукри, зеленый. Ну, тебя мы на металлолом хоть сломаем. 290 дамага, это несерьезно. Тут они уже, блядь, оголтелые, как шайтаны какие-то там. Голодные. Топорик синий, 503 дамага. Давай, сиськи. В сисках обыскал ее там, да, такой тук-тук-тук. Анимация. Крейн, да ты извращенец. Ты извращуга еще тот, оказывается, Крейн. Так, давай мы вот эту херню отключим. Так, а что вот здесь показывает у меня? Безопасная зона, доска заказов. А это зачистить зону, чтобы она стала безопасной. А здесь зачистить тоже надо.
Давай-ка мы сходим, позачищаем зоны. Чё бы и нет. То есть, если мы нацелены в дальнейшем. В дальнейшем, типа... Ночью, да, то есть поиграть. Побегать. То есть нам нужно как можно больше. Сука. Ты, падла, за это сдохнешь. Все, блядь, почти рядом был открывать. Ну, тут уже без вариков пошли зону зачищать, короче. Так, у меня же еще аптечки тоже заканчиваются. Но я там вроде марлю нашел. Вон там кореша стоят, фиолетовые грибы охраняют. А, подожди. Так, стопы. Да слезь ты, ептать. Полудурок. Так, что у нас тут? Давай. А, там есть здоровяк, да? Есть здоровяк. Ептать, ну ты что, не знаешь, как... Со здоровяками, что ли, разбираться? Такой. Так, со здоровяками мы вот таким образом разбираемся. Куда? Так, ты... Упырь дырявый. А вот, значит, вход и выход, да, где? Подожди, я же могу вот так сделать, да? А с этим мы сделаем вот так. Ты чё там? Типа, то есть ты рукой хочешь стрелу остановить? О, ты там не один был, сорян, друган. Ну извини, ну чё ты? Ну чё ты так разозлился-то, ёптать? Ну предупреждать надо было. Табличку бы повесил там, типа, не беспокоить там. Это там... Ну мог же ты повесить, чё ты? Чё, мужик мужика б не понял, что ли? Ну подумай. А теперь пришлось тебя убить. Так, кто там пердит? Или кто там кряхтит? Самое главное, где? Промазал. Лобешник за... Охуеть, прям на вылет. И хоть бы хер вообще. О, сука, бронированная. Бронезомбик. Такую одеть. Ну, этот нормально зато убивается. Так, ну что? Надо разблокировать зону безопасную, да? Все. Вот она, безопасная зона. 1000 очков. Мусорк. А, я теперь в мусорке не покопаюсь. Блин, надо было сперва в мусорке покопаться. Потом зону безопасную разблокировать. Так, давай посмотрим, где еще есть. Вот еще есть, да? Пошли. Пойдем. Пойдем прогуляемся. Посмотрим, что там есть. Ага. Тоже что-то в том же ключе. Тоже что-то похожее такое, да? Так, а чё? Вот здесь, да? Короче, как в этом. Как та предыдущая. Да, вот так. Стой, стой, стой. Не-не-не-не-не-не-не. Нихера, нихера, ребята. Вообще-то нихера вы не угадали. Ты оттуда лазить собираешься? Или мне тебя стрелой надо снять? Попал. Но ты не сдох.
Слышь, упал, отжался. Все, ты сдох, ты старец, на. Дуболомы, да? Так, минус. 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 А где истеричка? Ой. Здорово. На. Все? Ну, раз все, тогда я пошел. Так, стой, я мусорку сперва здесь посмотрю. А то потом, блин, мусорку хер обшаришь. Нету, да? Эх. Подожди, кто-то тут. Мне. Так, а где, подожди. Где включается электроэнергия? А. Баб. Опс. Облом, да? Ну ладно, давай. Алкоголь. Эх, эх. Стрелы. Все зачистили. А вот тут стрела еще осталась, да? Так, ну вроде все. Так, что смотрим, где у нас еще есть? Это безопасно стало, безопасным стало. Так, у меня здесь, по-моему, только две, да, зоны осталось незачищенных, не безопасных. Так, где я нахожусь? Я вот здесь, да? Сюда. Ну, тогда мы сейчас вот сюда сперва. А потом... Оттуда. Не, мне сперва надо вот эту штуку взять. Ближний бой. И вот эту надо взять. Сука, какая-то там... Сумасшедшая фанатка меня преследует. Ух ты, блядь. Не, не, ты мне не нравишься, иди нахер. Какая-то стрёмная вообще. Ты стрёмная, ты мне не нравишься, отвали. Чё, всё, ты передумала, да? Ну, ладно. Как бы не скажу, что я очень огорчился, что ты передумала. Но я думал, ты все-таки будешь понастойчивей. Так, там блювун какой-то. О. Изолента. А, это здесь какой-то крихтун там. Крихтун, пердун. Аллилуйя. Так, ловкость. Так, что тут? Зомбаков мочат, мудаки. Блин. Да что ты опять эту херню? Все. Че, дадите мне что-нибудь? Я ж вам не просто так помогал. 4750 это. В смысле, то есть ты хоть... Че? Стоп, братва.
Куда? А чё? Чё? Где награда? Вы чё? Ой, вы черти. Это помогает таким мудакам. Вот и помогает таким. Вот так вот вам, козлам. Пусть там зомбаков побольше набежит. А то нихера себе я им помог, они там даже никак меня не отблагодарили. Пусто. Что здесь такое? Самодельная граната и взрыв-пакет. Нормально. Самодельная граната. Так, Таурус. Я помню тебя, Таурус. Так, да, давай мы сперва ловкость скачнем. Это что такое? Отмеска оглушает на 3 секунды. Так, а это что такое? Вдвое уменьшает урон от падения. Падение с большой высоты. Вдвое уменьшает урон от падения. А это вот когда прыгаешь через них, это можно их оглушить там, да? Вот что интересно. Давай сперва мы падение возьмем. Так, теперь мне надо сюда зайти, да? А, то есть все так просто оказалось. Так, что тут, статуэтка, что-нибудь есть? Ни хрена, да? Ни хрена. Фотка тёлки. Ну, что такая фотка? Ни статуэтки, ни хрена. Ну ладно. Ну ладно. Давай сюда тогда погнали. Так, выйти я не могу. Выйти не могу. Так, стандартная доска заказов, да? Знай своего врага, ухищрение. Ежедневные заказы, стая. Че, не знаю, сбежать от погони максимального уровня. А, сбежать от погони максимального уровня. Отправляйтесь ко входу в подземный парков в трущобах. Соберите 50 наборов реквизиций. Что, блядь? Собрать 50 наборов реквизиций? Я 5-то найти не могу, а вы 50 хотите, чтоб я собрал. Ничего себе, блядь, вы даете, блин. Не, вы скажите, где их собрать, я соберу их. То есть без проблем. То есть надо людей Раиса завалить. Завалю. Что нам стоит? И не... Валили и валили их толпами. Тоннами, пачками, вообще прям... Литрами их убивали просто. Так, подожди, сейчас я тебя освобожу. Там же ты квест мне какой-то дашь. Тебя спасать надо будет, да? Так что иди нахер, сиди там дальше. Типа, спаси меня. Там я сейчас это... Куда-то его сопроводить надо. А, его там аж прям надо будет до рыбацкой деревни сопроводить. Через весь город надо будет с ним пробежать, по-моему. Короче, пошел ты нахер. Не хочу я с тобой это. Бечевку, вот, бечевку нашел. Уже хорошо. Так, что здесь? А что здесь-то? Слушай, а вот здесь вот я в этой карантинной зоне... О, записка. А вот в этой карантинной зоне-то я не был, по-моему. По-моему, ребята, по-моему. Ну, в этом-то... В этом-то прохождении я точно там не был. Я про то прохождение, когда я это... Вне видосиков это проходил первый раз, я имею в виду. Не помню. Так, а чё? Здесь ничего симпатичного, интересного нету. Гвозди. Гвозди нужны для стрел, это хорошо. Слушай, а чё ты сохранилась? Мне что, драться с кем-то предстоит? Так, что тут? Безжалостный серп. Не. Спасибо, но я откажусь. Если, конечно, вы не возражаете.
Оба-на! Ой-ой-ой-ой-ой! Смотри, сейчас что будет. Вау! Сука, я обожаю вот это я обожаю прям. Жарить этих тварей толпами, вот так вот их прям. Херак! Так, а там же у меня... Подожди, давай мы вот так вот. Кошка, УФ, фонарь, коктейль. Вот эту херню. Где взрыв-пакет у меня был? Взрыв-пакет. Вот так вот. Блин. Да ё-моё, блин. Во. Мы вот так вот сделаем. Вот так вот. Во. Во. Во-во-во. Чудо-фарм. Я вас обожаю. Давай-ка мы сейчас взрыв пакетов еще сделаем. Взрыв пакеты. Взрывные сюрикены. А как вас... А, вот. Что, все что ли? Желающих не осталось. Ну, как-то слабенько, да? Слабенько. А не, он откуда-то это еще идут оттуда. Ну, уже не то. Уже не то. Уже не то. Вон там этот с кувалдой какой-то шарится, полудурок. Не, ребят, мы с вами так не договаривались. Мы вот с вами вот так договаривались. Вот туды. Вагонек, вагонек. Слушай, а почему здоровяк-то не сетывается? А у меня коктейль Молотова еще есть. Вот так вот. Ты не можешь что ли ко мне забраться? Тогда мы идем к вам. Ну, давай. Этот сдох. Та-та-та-та-та-та-та. Ладно. Надоели вы мне. Пошел я от вас. Сука, столько добра терять неохота прям. Так, а, тут же. А, их там трое, да? Их там трое. Так, разберемся со всеми тремя. Блин, покоцали меня, конечно, хорошо. Сука, мой внутренний еврей прям не может вот это вот оставить. Я что, их зря с такую пачку положил тут? Конечно ж, не зря. А где стрелы, которыми... А, вот они лежат. 5 стрел понадобилось.
чтобы его грохнуть. То есть я апнул уровень. Зомбаков он тут положил. Херову гору. Еще какой-то лезет, дурак. Все. Так, спасибо этому дому, а мы идем к другому. Так, нет, не. Че, инвентарь заполнен? Ё-моё. А чем я заполнен? А, крикет. Мощный кукри нахер не нужен. Все. Камуфляжный мачете. А этот сколько? 500. Так, давай мы тогда камуфляжный мачете возьмем. Так, а тебя уже пора сломать. Тебя пора сломать. Ладно, погнали дальше. Зону обезопасим. Собственно говоря, я же... Так, а тут встреча, да, с кем-то внизу. И что ты хочешь со мной встретиться? Еще ниже? Сюда, что ли? Эй, что ты тут ищешь? Жгут или что-то вроде. Как только Райс добравится сюда, жгуты окажутся в большом дефиците. Я об ампутациях, Райс от них конфует. Ловит, спросит, откуда я знаю. Да, откуда ты знаешь? Он визит, ты 3 недели делал. По-моему, с ним базарил уже на эту тему. Типа он там Раис, его там. Там. Слышь. Охренеть. Прикиньте, он искал жгут. Ему, блядь, даже обороняться не смог. Оп. Ладно. Сдриснули отсюда. Блин, а сам ты зачем упал? Ну. В смысле, я же тебя. Подожди, а кому? Что за тупость-то была? Я же это. Такой звук был, как будто я башку ей проломил. Короче, тут недалеко, да, осталось? Чё, кто тут хочет мне что сказать? Барыга. Есть что у тебя? Булава, да? А этот это тоже двойная. Тоже двуруч. А этот грубый полуторный. Городской мачете. Да пошли вы со своими мачете. Поняли? Идите вы лесом со своими мачете. Блин. Хер еще отсюда сбежишь. Слушай, ты меня ждешь там, что ли, или что? Только выйдешь погулять, сразу это там. Со всех сторон. Смотри. Смотри, со всех сторон атакуют. Ну, ну все, давай. Ну. Но...
Так, с одним разобрались. Второй готов. Третий. Вали нахер. Держим оборону. Держим оборону. Вали нахер. Сволочь. Сдох. Чё ты там, тоже раскорячилась? Все? Все? Это все? Больше нету смелых, что ли, да? Тогда все. Тогда я вас покидаю. Статуэтка. Ништячок. Так, стопы, я же пробки вкрутил. Что тебе еще надо? А тут еще где-то шарятся, да, там есть. Ну, теми, кто шарится, мы сейчас быстренько разберемся. Охереть. Вот это. Вот это было красиво. Это прям... Вообще прям лепота получилась. Так, и чё? И чё? И чё? Сколько у нас чего всего? Эх, набор реквизиций. Блин, надо мне не забыть. А, погуглить. Испытание головоломка. Испытание лихорадка. Ты хуй его знает, что там за... Так. Тюрьма. Нет, сорян, в тюрьму я... Туда я не пойду, не охоту. Ох, это что такое? Зайти внутрь. И здесь зайти внутрь, и здесь зайти внутрь. А, так, а что-то здесь райсовских людей это особо-то не видно. И почему ты меня постоянно тэпаешь сюда? Сейчас мы сломаем крышу. Взбудоражим всех этих уродов. Ну и что? Ну и что, собственно говоря, да? Ну и что? Эх. Так. Куда? Опять это бешеное... Так, а мне маленечко осталось качнуть уровень силы. Давай мы сейчас силу качнем. И на этом будет сегодня все. Качнем чутка силушки своей. Богатырской. Богатырской силушки качнем. Там, да? Вот так вот. А качнуть мы ее сможем вот так вот. Оп. Зажарив. Несколько упырей. Которые не хотят жариться. Блин, что-то вас маловато тут, конечно. Что вы там, жариться будете? Нет. Жарься ты, что ты? Ох ты, гад. Я к тебе со всей душой. А ты так со мной поступил. Ого. Подожди, а кто мне так втащил-то прям аж? Охренеть. А, так, подруга бежит, это хорошо. Все. Ну, на, все, на, все, желающих нету.
Хорошо. Хорошо. Где это бешеное? Не, это не бешеные. Ого. Ёпта мать. Годзилла какая-то там очнулась. Ну. Он еще. Ну что ты там? Что ты тележишь? Все. Все. Программа минимум выполнена. Можно идти сюда. Все. Сейчас силушку качнем свою богатырскую. Что такое увеличивает радиус действия и силу удара о землю? А это типа поразите несколько врагов сразу сокрушительной круговой атакой. Па-па-пам. А землю. Ну тут надо двуручное оружие. Что так, что так. Все. Ладно, на этом тогда закончу. Что-то я сегодня пробегал в этом городе. Все-таки надо. Я погуглю, короче, где искать эти реквизиции, наборы. И в следующей серии уже поищем тогда наборы реквизиций. В общем, на этом все, ребят. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте ваши лайки, пишите ваши комментарии. Я с вами прощаюсь. До новых встреч.